Доброе утро. Доброе утро всем. Мне Илюша уже подарил подарок. Мы уже позавтракали, я уже голову помыла. Смотрите, какой красивый пакет. Такой у меня не было, белый, такие ручки. Угу. Письмо. Письмо. Вот это коробка. Обалдеть, Илюша, что за коробка? Красивая, да? Вообще огромная. Ну да, туда, наверное, все можно сложить. Такой у меня не было. Одно оставить. Где там узелок? Тут тоже вон какой лебедь. Сейчас тоже откроем. О, немного развязала. Опа, тут пусто. Я даже не знаю, что там. Ух ты! О, кулон! Это такой трясущийся. Трясущийся кулон. Я такой хотела. Да. А, он там видно, даже чуть-чуть он потрясся такой. Ну, я не знаю, как это на камеру передать. Ну, коробка у него просто бомбическая. Коробка больше понравилась, чем кулон. Нет, нет. Вообще, тут так вот так упаковано. Открываешь и отсюда достаешь цепь. Ну, я подумал, может быть, красиво будет. А это новая, да, коллекция? Новая, да. Может, будет красиво к твоему колечку голубенькому, и он голубенький. А, точно. Вот видите, тут такой лебедь. Вот. Такой формы, как коробка формы. Угу. А у тех, у других украшений там другое немного. Ну, другое. Без вот этой окантовки. Ну да. Так что это новая коллекция. Обалдеть. Сейчас я надену. За твою помощь. Давай. Очень классный. Там что-то еще должно быть. Где? В коробке. Ну, в смысле, что там какой-то еще потайной отсек, там какие-то документы лежат. Ну вот. Ой, вы видно, вот он сейчас прыгает там. Такая вот открыточка. Угу. Тут тоже такой лебедь. Угу. Создана наука, наполнена волшебством. Благодарим вас за посещение завораживающего мира Сваровски. Угу. Ну, это тоже, наверное, документы, да? Подлинность, да. Ну, наверное, сегодня в нем надо идти, не знаю. Илюш, ну, ты мне все, на все годовщины даришь Сваровски. Да? Да. Ну, так вышло. Получается, только второй год, вторая годовщина, ты мне подарил серьги и сандалы. Ну, тут, видимо, совсем долго было дело. А все остальные Сваровски. И на год свадьбы тоже Сваровски. Сейчас туда кольцо возьмем. А ну-ка. Ну да, голубенький. Подходит? Да. Ну нормально, да. Ребята, белые розы, если что, это был под пакет. Вот, чтобы красиво все было. Да, спасибо большое. Я же собираю камни супер редкие. И у меня хрусталь горный есть теперь. Прикольный. Не знаю, там может быть не видно, но он тут вот как-то прикольно блестит. Так, видно там? Да, видно. Ну, он такой, ну, естественный, натуральный. Прикольный. Вот натуральная форма. Коллекция, теперь два уже. Коллекция из двух камней. Нормально. Это я браслет достала, я хочу его тоже сегодня надеть. Он подойдет под мой наряд. Ребята, ну вот что я подарила Илюше. Такую рубашку Денику. Такая она мягкая, фланелевая. И вот такие джинсы.
Джинсы вообще крутые, мне тоже очень нравятся. И представляете, их в Юникло, они были длинноваты, и мы прям там подшили бесплатно. Юникло стоим лайк. Да, прям за пару часов они прям сделали такой же шов, как и был. Мы только сами измерили, сколько нам нужно отрезать. Угу. И нам все сделали, потому что Илюши были тут хорошо в животике, а в бедрах, а... В прессе, я бы сказала. Ну да, да. А длина была длинновата. Длина длинновата, вот. А еще видите прикол? Тут они как-то светлее, да, длиннее. Да, круто. Так что я вообще модный, стильный парень. Вот такая я получилась. Это моя новая кофточка, про которую я вам говорила. А, кстати, сейчас браслет надену. Вот. Вау, еще браслет, ё-моё. Вот это моя юбка с этой кофточкой. Такая шея, вот у меня кулон. Я надела такие сережки, гвоздики, потому что, ну, чтобы они больше всего сочетали с кулоном, с кольцом. Вау, ну, Ля, ну, у тебя столько украшений сегодня вообще. Помимо сережек. Красиво. Здорово. Ну, класс. Ребята, мы приехали на Тверскую. Давно я не снимала отсюда. И пока еще темно, сниму вам, как это все красиво. Передам новогоднее настроение. И там эти фужеры, много их. Да, Илюш? Да. Красиво. Мы уже приехали, у нас 8:30 утра. Темно еще, холодно. Может, вечером мы тебе прогуляемся, может быть, там тоже будет красиво, да, что-нибудь светиться. Идем пить кофе, как обычно. Я сейчас покажу еще раз маникюр, потому что я посмотрела, вчера плохо было на видео видно, сейчас попробую лучше передать. Вот, ребят, смотрите. Вот, наверное, тут лучше свет и лучше видно. А то я даже расстроилась, что плохо было видно. И... Но сегодня вот вам сняла. У нас тут конфетки. Илюша взял свой любимый птичье молоко. Лебяжья поляна тоже его любимые. И любимые киндеры. Это мое любимое. Да. Ох, поп слетница. У кого-то. Нормально. И вот я. Видно меня? Видно. Что же не видно? Видно. Ну все, будем пить кофе. Мы сегодня купили в Кофиксе. Угу. Кофикс. Красиво. Ребят, мы уже вышли с работы и идем в какое-то место. Илюша меня ведет. Тут так красиво вечером, все светится. Короче, как утром, так и вечером. Да. Все светится. Новое освещение. Ребята, Илюша меня привел уже. Мы практически на месте. Столик забронирован. Отлично. Академия. Но это еще не наше место. Да. Мы уже близко. Просто елочки красивые. Наша вон. Уже тоже видно, ух, не надо. Ну что, тоже красиво светится. И вон такие елочки. Очень красиво, да? Просто, да. Просто, красиво. У нас холодно. Там зеленый свет. Выходим. Угу.
Да. Счастливое тоже, число. Тоже новенькое? Да. Вот минули моя красотуля. Ребята принесли основное блюдо. У меня это утка конфи, это фокачча. У меня осьминог с мини-картофелем и с овощами. Это фокачча с протачелой. Прикол. Ну, будем пробовать. Ребята, Нинуля пробует осьминога. Первый раз пробую осьминога, он очень мягкий. Вообще, говорит, очень мягкий. Режется очень легко. Видите, как он здоровый был. Просто ножичком надавил, да. И все, да? И коктейль, говорит, тоже очень вкусно. Да, коктейль у меня какой-то необычный со сливочным вином. Очень. Там что-то вообще тьма какая-то ингредиентов, говорит, очень вкусно. Я не запомнила, но очень вкусно. Ты тоже будешь пробовать? Ну да, я попробую. А я уже попробовал утку. Тоже очень-очень мягкая, очень-очень вкусная, хорошая. Еще чай мне принесли, шишки и шиповник. Прикол. Ну, я бы попробовал, конечно, коктейль, но я за рулем. Очень жаль. Да, обидно. Нинуля вымакивает соус до последнего. Ребята, только посмотрите, что тут у меня. А вы знаете мою коллекцию шишек? Надо достать одну домой. Давай все. Выбираем десерт. Ну, практически выбрали. А Нинуле очень понравился коктейль. Я просто выпила. Смотрите, какой там лед большой. Лед огромный, кубик. Осторожно, бокал не разбей. Ребята десерт принесли. Это называется крастата с голубикой и мороженым. Что-то тут запекали мне. Нинули десерт Павлова. Да, очень интересный. Со смородиной, по-моему, да? Да. Прикол, мне кажется, класс. Илюша ломает свой десерт. Посмотрим, что там внутри. Не знаю, так я ем или не так. Как получается? Ну как, Илюш? Очень вкусный. Вкусный? Да. А у меня вот так. Этот теплый. Вот такой вот. Теплый? Угу. Тесто, да? Да. Мне еще вот кофе принесли. Сухариком. Красивая. Будем теперь точно кушать. А то мы ждали мою капучино. Илюша, чай. Там какой-то крем. Крем? Внутри. Очень вкусный. Да? Угу. Класс. Ними. Прикольно. Непонятно, что это, но выглядит прикольно. Какой-то интересный блюдо. Пойдем, подойдем поближе, может быть, сейчас фоткаемся. Мелкие такие. Да, мелкие.
я старалась, я подарок. Ребята, веду прямой эфир. С Тверской. С Тверской. Мы пришли на Тверскую и заметили, что тут такая подсветка. Инсталляция. Подсвечиваются деревья. Очень красиво. И мы захотели пройтись тут и пройти еще по туннелю как раз. Угу. А то мы больше не... Ну, может быть, конечно, приедем на новогодних каникулах, но на работу в этом году больше не поедем. Ну да, кстати. Последний рабочий день в офисе был в этом году. Да, в этом году. И сейчас хотим пройтись по туннелю, пока есть такая возможность, и немного растрястись после нашего ужина. Ну хоть расскажи, как тебе ресторан. Мне очень понравилось. Мне кажется, мы как будто давно не были в ресторане в таком. Мне очень понравилась атмосфера, и у нас был очень хороший официант. Мне очень понравилось обслуживание. Мы им оставили чаевые. Было много людей, кстати, вообще, и мы уходили сейчас уже 9:30, а люди такое все приходят, приходят и приходят, короче, там вообще полная посадка, очень много людей. Да. Два дня рождения было, два раза людей поздравляли. Да, два раза поздравляли людей, подносили торт со свечками, поздравляли там, ну, работники ресторана. И я очень рада, что Илюша мне подсказал взять осьминога, потому что у меня были очень большие сомнения. Я думала, он какой-то жесткий или мне не понравится. А мне очень понравился, прям очень. У него был такой небольшой щупалец, конечно. Ну, блин, он, конечно, и дорогой. Но он вообще мне очень понравился. И я теперь хочу везде, во всех ресторанах, в которых мы будем, пробовать осьминога, чтобы сравнивать. Я теперь знаю, какой он на вкус. Ну да, прикольно. Да, очень мне вкусно. Там такие еще были запеченные овощи. Помидор, еще оливки, картошка. Картофель такой мини, такой маленький. Очень, очень вкусно. И десерт мне очень понравился. И коктейль не очень понравился вообще. Очень. И мне тоже все очень понравилось. Лучше была индейка, но тоже. Ой, утка. А, утка, да. Утка конфи со шпинатом и вешенками. Да, очень вкусная. Класс, да. Ну вот мы на месте. Ну, сейчас побольше людей, конечно. Ну, блин, не ноль. Надо было идти в 8 утра. А мы чего-то ленимся идти, что-то. Да мы как-то подмерзаем, какой-то ветер дул. Горит, сними цифры. Ну, наверное, понятно. 2022 год, да, Нина? Да, понятно. Красиво. Ну, на Тверской красиво. Ой, а там работа в той стороне у нас. Туда не пойдем. Красивые. Мы уже приехали. Искупались. И лежим. У нас время уже 11:30, да, Илюш? Да. Ну, это нормально еще считается, не рано. Мне кажется, мы позже приезжали. Ну, все уже, стареем. Короче, все, будем отдыхать, ложиться спать. И всем спокойной ночи. Всем до завтра. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал.